Чтобы получить для школьников выплату в 10 тысяч, мамам не нужно писать заявление. Готовые формы документов уже начали приходить родителям в личные кабинеты на портале госуслуг. Единовременные выплаты положены детям от 6 до 18 лет и от 18 до 23 лет лицам с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на дневном домашнем обучении. Если заполненное заявление в личный кабинет не пришло, то после 15 июля и до 1 октября его нужно заполнить на портале самостоятельно. Всего выплаты получат около 98 тысяч юных челнинцев. Деньги начнут перечислять с середины июля на любую прикрепленную к личному кабинету банковскую карту. Эти заявления нужно посмотреть, сверить все заявления, правильно ли реквизиты написаны. Нужно сверить по фамилиям и отчеству, документы правильно ли прописаны. Если все правильно, это заявление маме нужно будет после 15 числа направить через портал госуслуг.